Всем привет, Доминоньки, и не пугайтесь, пожалуйста. Это просто первый видос с искусственным светом, который я сделал, потому что на улице сейчас уже достаточно темно. Ну, как темно? Сейчас на самом деле только 7, даже 7 вечера еще нет, но на улице очень пасмурно, шел дождь, были тучи, и поэтому очень все темно и ничего не видно. Я включил камеру, я сам себя в ней не видел, когда врубил режим веб-камеры. Вот. Короче, я поставил лампу на себя и сзади, чтобы балансировать свет. Если что, картинка мне даже нравится немного больше, потому что, когда я, например, делаю что-то руками вот так вот, то не сильно видна разница между... ну, не меняется фокус и освещение, в принципе, везде всегда одно и то же. Но, с другой стороны, есть минус, когда я смотрю в камеру, я могу немного не попадать, потому что я ее не вижу из-за того, что свет прямо вот мне в лицо, а тут штатив, и я из-за этого не могу ничего-то не видеть. Но я буду стараться примерно смотреть в камеру, потому что, ну, и мне свет в глаза бьет, поэтому я вижу что-то не очень. Я это, осваиваю современные тренды, современные варианты снимания видео, как тиктокеры все снимают видосы с ламп. Вот, я также снимаю видосы на YouTube, потому что записывать видосы на надо выпускать видос надо, у меня осталось одно видео, вот, на завтра получается. Вот, и все, а больше нет. Собственно, сегодня мы с вами смотрим то, чего вы не замечали в дэнс-практике Dynamite, песенки BTS. Вот, у меня в планах еще посмотреть кряк, который сделала Ляс, который вышел на канале Ляс Чанель, который по клипу и который по трансляции, которая там, где бантаны реагировали на свой же клип. Но там будет через всю, по-моему, сделано. Через всю трансляцию сделан кряк. Вот, короче, мы с вами смотрим сегодня то, чего вы не замечали в дэнс-практике. Подписаны, еще не подписаны. Ставьте лайки, комментируйте, ссылки на плейлист с реакциями и подборками. Будет в описании под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления новых видео. Рассказывайте друзьям, пишите комментарии и погнали смотреть. Так, дисклеймер. Никого задеть или оскорбить не пытаюсь. Все сказано здесь юмор. Есть мат, намеки на пэринги, черный юмор. Если вам быстро, ставьте скорость на 0,85 или 0,5. Не принимайте все близко к сердцу, публикация фрагментов из видео только с указанием автора. Приятного просмотра и спасибо за понимание. Это Хинари. Хинари, которая пришла ко мне на канал и оставила мне комментарий. Это правда, кстати. Какой должна быть секретарша, чтобы ее ебал начальник? Вот такой. Ремень нужно застегивать, Джей-Хоп, тебя не учили или что? Джей-Хоп, нужно просовывать ремень дальше в дырочку. Блин, так надо звучит с такой скорости. Ой, господи, эти движения из 80-х, это, конечно, мем вообще дикий. Ярик, нахуй, ты заебал. На ремне нет, ты не одна. Хватит. Вот, она права, мы поедем писать заявление в полицию. Только если... А, там есть счетчик... Счетчик держания... Вот я не вижу камеры. Счетчик держания рук в интимных местах. Там, если что, сверху иногда выскакивает на одну долю секунды, и я не успел его прочитать. Кабачок тут. Мне кажется, после второго он его оттуда не убирал. Как это называется, ребята? Реально, хватит.
У меня есть три лука. Он просто алкоголик. Все. У меня есть три лука. И это как бы все. Это ссаный бомж, тупо школьник и шлюха. Ну что это, блядь? Ты что делаешь, алло? А теперь пришло время посмотреть то, что я пропустил во время транса и обосратушек после тех двух скримеров. Спасибо. Блин, короче, я сейчас, как я когда в первый раз увидел, я прямо, я так и вспомнил, что это похоже на маску этих, на маску Шиноби из Наруто. Господи, как она похожа, реально. Хороший мем. Ну как мем, это просто похожая штука. Юнги просто вампир. Маниакальная улыбка Намджуна. Любители рук вверх поймут. Быстро пошел вон отсюда. Засунься под кровать, иначе сейчас действительно чайник будет. Мама недовольна. Так радостно в душе. Моя ты курочка, моя ты нежная. Как они называли еще их? Ну, мы поняли, что. Маринованный огурец и кабачок. У них, по-моему, создатель... По-моему, автор бабушка, которая любит... Это просто шутка. Бабушка, по-моему... У бабушки недоурожай. У автора. Они просто все это... Пьяные. Они во время написания песен... Эй, а пауза? Чё происходит? Там животик чинина. Я не смогу его словить. Кто захочет, тот сможет. Очень глупо, такие длинные волосы, что они уже даже через панамку видны. Калибри не дотрагивай. Ой, какие, как она их... Ой, хорошо. Ура, Джин, ты выступил на целых 5 секунд. Жги, мать твою, жги, жги давай. У них у всех прикол с маниакальной улыбкой, я понял. Все, у кого есть что-то на голове, у тех маниакальной улыбки. Я за ним начинаю двигаться. Черт. Пора заканчивать с бантанами на ночь. При выборе между женой и любовницей лучше, конечно же, друг. Пиздуй. Если что, я иногда пропускаю, я не успеваю за пэринговыми шутками смотреть, потому что очень быстро происходит. По-моему, это было слишком зря. Эта фраза неуместна здесь. Вот только стекла от Джина... Хороший кадр. А Джина мне не хватало. Я, конечно, не эксперт, но я эксперт и считаю, что Джин и есть стекло. Я вообще в камеру смотрю. Это цитаты, если что. Цитаты на всю жизнь. Джин-стекло. Это определение. Это у тебя посадят и родительские права отберут.
Вот это я успел посмотреть. Тихо! Листы просто уже, это, они забрались к нему в голову и все, и начинают его, они им управляют. Он двигается как глист. Чимин глист. Джин стекло. Какие еще существа не знаем? Это Пол ему ответил. Да, у меня на лбу написано «ткни в меня». Чё Чонгук решил под конец сломать? А, позвоночник сломать. Да он гибкий, он змея, в нем нет позвоночника. А ремень, пошутить про ремень. В общем... Ребята, мне нравится, мне нравятся такие видосы. А знаете почему? Потому что здесь постоянно очень разные шутки. Они постоянно, они... Во-первых, она сделала шутки, которые актуальны в современной ситуации в мире. Это раз, это очень похвально. Во-вторых, она просто очень круто вылавливает очень много моментов, и это реально клево. То есть она сделала из буквально там, не знаю, 3,5-минутной этой, 3,5-минутной дэнс-практики, она сделала 6,5 минут реально годного веселого кряка. То есть реально, чтобы почилить, чтобы поугарать над какими-то лайтовыми шутками, это прямо вот самый топ. Самое то, что нужно. Это раз. Во-вторых, в комментариях можете написать, как вам такой вот, такая картинка, которая сейчас есть. Может быть, даже я ее такую и буду иногда делать, потому что у нас приближается осень, приближается день рождения Намджуна, приближается... приближается время правления скорпионов. Те, кто знают, что такое знаки зодиака, те сейчас поймут. Вот, короче, приближается темнота и приближаются темные вечера, поэтому такой вот свет будет, скорее всего, очень часто. Вот. Так что пишите в комментариях, как вам такая идея. Подписывайтесь на лайки, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, комментируйте. Пишите комментируйте, пишите комментарии. И еще одна цитата на всю жизнь. Рассказывайте друзьям, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на мой Инстаграм. Все ссылки найдете в описании под видео. Все ссылки на плейлисты тоже будут в описании. Всем до встречи, всем пока-пока.